Ребята, всем привет. Проверяем масло в экскаваторе погрузчики и едем работать. Сейчас заводимся, запускаемся, прогреваемся, заправляемся и мчим на смену, а может и на две. Вот. Так что как-то так. Ладно, пойду соберусь и поедем. Так, товарищи, друзья, заправились мы. Гидравлику не надо было заправлять, как ни странно. Была в норме. Заправил топливо. Взял смазку для пальцев и втулок. Отправляемся мы в акваторию, коттеджный поселок. Вроде как надо под забор выровнять участок под забор. Что-то как-то я забегался немножко уже. Ну не опаздываю пока, но медленно не получится поехать. Так что мчим, как можно быстрее, чтобы не опоздать. Опаздывать мы не любим. Ну что, заехали мы на территорию, где нам предстоит работать. Я уже здесь работал. Ребят подвинул кто там участок, кто-то разрабатывал уже немножко. Да, пятно они все сняли. Ага. Ладно, посмотрим, что нам тут предстоит сделать. Заказчика еще нет. Будем ждать. Будем ждать. Печка что-то как-то не нагрелась, пока ехал. Странно. Из-за перепада температуры он стекла запотевшие. Его не видно. Коется он. Таким образом их чистить. Сейчас он постоит. Печка погреет. Нормально будет. Ладно, ждем заказчика. Будем смотреть, что делать. И приступать к работе. Так, ну что, у нас приехали заказчики, все объяснили, я с ними работал уже. Вот, да, вот у нас получается, если видно вам, колышки стоят. И вдоль этих колышков, по периметру участка, нужно просто расчистить площадочку небольшую. Ну, убрать лишние камни там. Сейчас я переставляю стрелу на левую сторону. Примерзла немного стрела, не хочет двигаться. Переставляем ее на левую и потихонечку начинаем убирать, откидывать ветки, снимать немного верхний слой, чтобы бурильщики, которые будут ставить забор, ну, не мучились с откидыванием этого всего вручную и выкапыванием камешков, а
просто бурили, ставили столбы и как бы устанавливали забор. Как-то так. Погнали! Ну вот, собственно, сделал я пару метров. Цель какая? Вот колышек. У нас берем, снимаем небольшой слой верхнего подмерзшего грунта. Если обнаруживаем там камень, соответственно, его вытаскиваем. Камни, там какие-то ветки или еще что-то. Ну и делаем саму плоскость, стараемся делать как бы максимально ровный. Ну, рельеф прыгает, конечно, очень сильно, как бы подсыпать не будем, но смысл как бы такой. Продолжим дальше. Ребятки, которые будут делать забор, приезжали, смотрели. Типа все норм, хотя я особо-то тут ничего и не делал. Ну ладно. Продолжаем дальше копаться. Копать. Вот здесь я уже снял, подснял вдоль участка. И так дальше и пойду прям туда вот. Самый конец. Там вот меня ждут узкий проезд между деревьями, которые надо будет спилить, я так понимаю. Но это уже другая история. Я пока буду копать, где смогу. Колышку от того идем туда к этому, который за экскаватором.
снимаем в основном сейчас замерзшие слои, вытаскиваем камни на пути, если они присутствуют, и пни. Как-то так. Снег пошел. Камеру решил забрать, потому что она у меня без водонепроницаемого чехла. Там камешек у нас. Сейчас уберем и пойдем наверх. Пройдемся наверх туда дальше. Идет красным. Красной краской помечено. И потом пойдем туда, на тот колышек. Сейчас там снимем холм небольшой. Разровняем его. И потом уже пойдем дальше туда наверх. Приступил к срытию этой насыпи, которую, между прочим, я сделал. Предыдущие ребята, которые занимались здесь стройкой и собирались строить дом, нанимали меня. Я здесь выкапывал, подравнивал котлован, причевал пни и завозил песок и щебень. Что? Так, я срываю, срыл уже здесь пол. Попадаю я в метки. Пытаюсь там сделать небольшой уклончик, чтобы был. Чтобы это все равно все упадет сюда. Потом, может быть, либо пройду, проровняю. Прям ковшом отсюда. Отсюда пойду сюда. Здесь так проглажу. И будет все огонь. Ладно, пойду пообедаю, еще не обедал, а уже проработал пол смены. Остается чуть-чуть поработать. Будем кушать. Приятного всем аппетита. Ну что, мы покушали, подкрепились, так скажем. Надо теперь немножечко подсмазать экскаватор. Чуть-чуть совсем смазочка закончилась. Пальцы разбитые. Поэтому получается, что смазываю довольно часто. Заднюю стрелу. Самые подвижные элементы, такие как ковш, эти все места мажу где-то раза два, три в смену. Ну так, чуть-чуть, пару качков. 3-4. А все остальные менее подвижные. Один раз смена, либо один раз в полторы где-то смена. Верхние пальцы, которые сверху. Их я вообще мажу где-то раз в три смены, даже 4 смены. Так что вот. Смазываем дальше, продолжаем срывать холм, холм, вот, и уже пойдем по той стороне наверх, продолжать дальше, как-то так, ладно, смазались, поехали дальше.
небольшое отступление у нас. Машинка застряла, попросили вытащить. О, там фургончик. Какой-то фургончик. Видимо, разгрузили. Стал он легким. И все. И встал на место. Сейчас поедем, вытащим и дальше продолжим равнять грунт. Как-то так это все получилось. У нас получается забор по той вешке. То есть где-то здесь он пойдет. Вот здесь. То есть здесь как раз место есть и для посадок. Вот этот сейчас немножечко сниму еще. Разочек пройдусь. И уклончик получился хороший. Это сейчас доделаю и поеду. Там камушки надо перевести еще. Я думаю, на сегодня все уже. Хватит. Вот еще один пострадавший на летней резине пытается подняться уже третий раз в горку. Но что-то как-то без каких-либо успехов. Бедняга. Причем, блин, крафтер вроде бы передний привод, если не ошибаюсь. Или все-таки задний. Не знаю. Надо посмотреть, какой привод он. Но если задний, то все. Если у него летняя резина, он не заедет. Его надо грузить. Ладно. Это не наша трудность. Продолжаем дальше работать. Я сегодня прям этот спасатель. Он еще одна едет. Еще одного торщук, тот, который катался 10 раз уже здесь. Все поднимался. Он на пике встает и буксует. И не может заехать. Пришлось его тянуть. Ладно. Заказчик разрешил, я без разрешения не стал, как бы, второй раз уже помогать. Раз заказчик разрешил, значит, помогу человеку. Помогайте людям, и они помогут вам. Так, ну я здесь уже тоже почти закончил. Эту полоску снимать, здесь замерзшего много очень грунта. Я думаю, ребята бы замучились его бурить буром. Подснял немножечко, все в сторону откинул. Камней особо нету. А сейчас у нас получается еще метров 5. Этими, между этими деревьями бы проехать еще. Было бы вообще замечательно. Но вроде как влезаем. Да, нормально. Залезаем. Так, немножечко змеечкой придется встать потом. Осталось минут 40 работать. И все уже. Поеду домой отдыхать.